Так, мои хорошие, всем добрый вечер. У нас такой мукбанг небольшой. Я пришла с работы. Но не сказать, что сильно прям голодная, хочу кушать. Но Пашка приготовил картошку жареную. Я здесь еще домашние помидорки порезала. Ну, немного. И кусочек хлеба. Думаю, если захочу. А тут еще у меня такой тазик вишни домашний огородный стоит. Вот. Так что кто его знает, потом, может быть, и вишню еще покушаю. Горчичный соус приготовила. Ой, давно с вами мукбанг не делала. Так что вечерком покушаем. Знаете, так для разнообразия видео. Вчера было видео с работы. Так что как-то так. Ой, а вилку-то не достала. Вот только-только зашла с работы, переоделась в домашнее платье. Такое оно само по себе как сжатое. Вот, всем приятного аппетита. Так, надеюсь, не потолстею. Но все равно кушать все равно надо. Я не могу голодная лечь спать. Все равно перекусить. Тем более завтра у меня выходные, так что вообще нормально. Сейчас маленько поем. Надеюсь, хорошо меня видно. Так, девчонки, мальчишки, вчера я вам показывала вот это масло оливковое. Оно еще сегодня также по акции, завтра по акции. 145 рублей. В своих магнитах тоже смотрите. Вот. Но у нас в Нике они точно есть. Так что с города Новокузнецка приходите. Еще я сегодня, знаете, что по акции купила? Минтай. Я его еще вчера видела, что покупатели несли. И так захотелось. Вообще. Сейчас вам покажу. По сроку годности 7, все нормально. Думаю, положила, только с пакета вот достала, положила, думаю, чтобы показать, не забыть. С ним все нормально, в порядке. Это моя цена. 70% скидки за килограмм 53 рубля. Представляете, 53. То есть здесь у меня получается, сейчас скажу, кило 258, мне обошелся он 67 рублей. Прикиньте, вот так. Только надо, знаете, что глядеть? Вот есть вот такая вот этикетка, а есть этикетка 800 грамм, фасованная, то есть 800 грамм. Точно такая же, все. А он дороже. А именно, который за килограммы, вот он дешевле, где вот вес указан. Представляете, вообще. 100 лет не брала мента, и так захотелось, я уже представила, что я его либо в духовке, либо пожарю с лучком, с морковкой. А у меня и так морозилка вот вообще полная. Ой, тут сбоку, кстати, вошел. Потому что вчера доставали окорочка, жарили. Так что место освободилось для мента. Я просто еще подумала, куда его буду класть. Я же не, ну, то есть, не то, что я пришла и сейчас буду его жарить. Нет. У меня Пашка как бы приготовил ужин. Покушать есть что, так что все нормально. Все, завтра я выходной. Скорее всего, завтра мы поедем к брату в гости, к моему, на Запсиме. Он живет. У него же дочка приехала, Настя, с внучкой. Вот. Я еще их не видела. И внучку еще не видела, Сережкину. Вот. Потому что она в этом году родила. Сколько, наверное, уже? Полгода, наверное, ребенку. Может, чуть поменьше. Так что надо съездить, навестить. А то они уезжают обратно в Иркутск 27 числа.
Да вот, кстати, Пашка готовил из домашней, которая со Славкиного огорода, картошка вот эта. Прикольно, вкусная. Новость. Я вам говорила, что в планете маски, ну, заставляют одевать. Кстати, не посетители, а именно персонал, кто работает. Ну, не то, что в магните, в планете, а вот во всех магазинах, представляете? И завтрашнего дня у нас в Нике сказали, чтобы ходили в масках, представляете? Так не хочу, чтобы эти маски опять. Мне постоянно заставляют, ну, типа, вот так на нос одевать. А я задыхаюсь. И вот особенно после ковида мне вообще воздуха не хватает. Мы вот даже, ну, с Пашкой в зале спим на диване. Возле балкона. Если балкон закрыт, и все, мне воздуха не хватает. Я вообще не знаю, как я буду ходить в этих масках. Но мне это не нравится. Не считаю вообще издевательства. Ну, честно. Появились новые журналы за сентябрь. Так что в своем городе спрашивайте. Смотрите здесь, какие темы. Домашняя еда для школьников, от которой не откажутся. То есть сейчас же дети в школу пойдут. Вот, и всякие вот такие вот. Смотрите, о, пирожки, смотрите, какие пирожки. Прикольно, да? Он такой прям яркий. Хотя вот сейчас же все на бумаге экономят, но, блин, каждый месяц они делают вот такие классные всякие журналы. Вот так вот, смотрите. Тут всякие полезные советы почитать можно. Прям здорово. Всякие новиночки. Какие-то выходят у них новиночки. Все это почитать можно. Прям здорово. Молодцы. Насчет этого молодцы. Мне прям чуть-чуть осталось уже. А потом буду вишни кушать. У нас сегодня маленько потеплело, плюс 18 даже. А так вообще осень-осень. Скоро день шахтеров, Славка зовет на дачу гулять. Не знаю, надо посмотреть. Какие у меня дни выходные. Угу. Все доела. Прям вкусненько. Надо вишню, конечно, кушать, а то скоро пропадет. Она и так уже вся переспела вообще. Башка говорит, еще на ветках ее очень много. И яблок много вообще, на удивление. А вот многие пишут, у кого-то вишня вообще в этом году плодов не дала. То есть отдыхала. Я, конечно, не огородник, вообще в этом ничего не понимаю. Но от урожая мы вообще в шоке были.
Угу. Уже прям переспелая. Пальцы потом только от нее чернеют. Все. Что-то немножко даже начинает как кислить, что ли. На бурду ее, наверное. Ладно, все, заканчиваю я с этим. Ну все, мои хорошие, пойду я отдыхать, буду монтировать. Все, всем спасибо. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо за комментарии. Даже если вы напишите привет, это тоже здорово будет. Ну, не обязательно там расписывать, там все такое. Это хорошо продвигает видео, ну и вообще как бы набирает подписчиков и все такое. Вот, мне, конечно, будет это очень приятно. Все. Все, пока. Всех люблю, целую. Вы мои самые хорошие, самые лучшие подписчики. Все, всем пока.